Главное событие в сфере экологии и охраны окружающей среды в этом году наконец-то наведен порядок на старом полигоне в районе Тиинска, который из-за сжигания отходов неоднократно загрязнял атмосферный воздух. Сейчас сменился собственник, проведена рекультивация, результаты анализов в норме. Принесла результаты борьба с незаконной добычей песка. По одному из фактов возбуждено уголовное дело. В этом году также проведена экологическая реабилитация Черного озера, прочищены протоки и хочется надеяться, что здесь уже не будет массового замора рыбы. А еще в нашем регионе появилась должность уполномоченного по защите прав в области охраны окружающей среды. Им стал димитровградский эколог Борис Капков. Напомним, наступающий год объявлен годом экологии.